прапрадед Фоменко Иван Иванович был призван в 1939 году. На тот момент ему было 28 лет. До Великой Отечественной войны он работал деревообработчиком и токарем на мебельной фабрике. Будучи на фронте, он получил звание ефрейтора и готовил роту солдат в составе 357 человек. По окончанию Великой Отечественной войны он был отправлен на войну с Японией, которая шла меньше месяца. Там же он получил медаль. Но несмотря на то, что война с Японией длилась меньше месяца, он все равно вернулся в 1946 году.